6000 рублей. Маленькая сумма с большим значением. Это ежемесячная компенсация барнаульского депутата на свои депутатские расходы, отказаться от которой всем предлагает секретарь отделения «Единой России» Юрий Еремеев. В Барнауле достаточно как бы тех вопросов, которые требуют своего решения. Да и бюджет города сегодня он сформирован с предельным уровнем дефицита. В переводе на цифры, в год законотворцы могут сэкономить 2,5 миллиона рублей бюджета. Но на самом деле депутаты не против денежной поддержки, против прокурор. В конце прошлого года его возмутила непрозрачность расхода компенсации. Отчетов-то не предполагается. И как их тратили все эти годы, неизвестно. Но 6 тысяч рублей – сумма, на которую депутат должен купить бумагу, нанять юриста, помощника и пустить на другие текущие расходы. И по подсчетам депутатов, этих денег никогда не хватало. Статус помощника на общественных началах. Каждый депутат Барнаульской городской думы может иметь таких 3 помощника. Ну, кто-то ограничивается одним человеком и оплачивает ему его деятельность из собственных доходов. Доплачивать из своего кармана приходится часто, говорит Струченко, но, следуя решению партии, единороссы поддержат отказ. Как и глава фракции коммунистов Иван Карпов и справедливорос Оксана Молодых. По ее мнению, доносить информацию до избирателей можно и через интернет, что в разы дешевле. Многие депутаты включаются в какие-то группы избирателей, да? То есть, например, группы по поселкам. Мне этих средств хватало. Самая большая строка – это транспортный расход. Глава либерал-демократов Алексей Скосырский считает иначе. Отправить один запрос – сотни рублей в день. Экстренная помощь, например, на покупку угля пенсионерки – уже несколько тысяч в день. При таком развитии событий у нас депутаты будут только люди с большим доходом. Да? Потому что, чтобы осуществлять свои полномочия, нужна приемная, нужен юрист и все остальные вещи. Сбудется ли такой прогноз, ждать недолго. Через неделю барнаульские депутаты, скорее всего, удовлетворят протест прокурора. Другой вопрос, откажутся ли они от компенсации или разработают отчет о расходах, как это планируют сделать их краевые коллеги. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, наши новости.